Всем привет! На обзоре сегодня снова бренд S&Way. В серии TM есть две модели на 40 и 60 метров. Надежная петля для крепления на пояс. Данная модель совмещает в себе сразу две модели. Это лазерный дальномер на 40 метров и традиционная железная рулетка на 5 метров. Приятная на ощупь защитная окантовка прибора. Качество материалов и качество изготовления довольно-таки неплохое. Все очень аккуратно. В комплекте поставки отвертка. Руководство пользователя на китайском и английском языке. Бумажка, похожая на сертификат соответствия. Отсек для элементов питания вмещает две батарейки стандарта 3А. Ясная разметка. Компенсационный регулируемый зазор для внутреннего и наружного измерения. Видим соответствие 5 метров. Компактный жидкокристаллический дисплей с приятной подсветкой. Нажатие кнопки Read прибор переходит в режим позиционирования на объект измерения. Еще одно нажатие и прибор фиксирует замер. Удержание данной кнопки начинается непрерывное измерение. Сравним соответствие рулетки и дальномера на 55 сантиметров. И, как видим, отличный результат. В том числе отличная повторяемость. Кнопкой Unit можем поменять опорную точку измерения, где уже в расстоянии измерения закладывается и длина самого прибора. Для выключения прибора нужно удерживать нажатым две кнопки. Очень хороший прибор. Хотелось бы, конечно, к нему еще нормальный чехол для хранения и переноски. Все-таки жалко его закидывать вместе с инструментом. На этом все. Всем спасибо за просмотр.